начиная с 2010 года регулярное цветение воды, вызванное нодулярией пенообразующей, у нас повторяется. Охватывает разные части, просто северо-западной части Черного моря и разные районы. В этом году попало, как и в 2010 году, опять прибрежный район. У побережья ее и заметили отдыхающие. По словам экологов, изумрудный цвет вызван большой плотностью сине-зеленых водорослей. В Балтийском море эти цианобактерии доставляют много неприятностей. С появлением нодулярии местные пляжи закрывают, ведь она потенциально токсична. Но одесситам паниковать не стоит, уверяют эксперты. В наших условиях она не опасна. Бояться нечего, скажем, потому что, как и все цианобактерии, они способны продуцировать токсины. В частности, нодулярия, она продуцирует гепатотоксин. Гепатотоксин, который влияет на клетки печени. Но в пределах Черного моря, скажем, она не представляет опасности, потому что у нас соленость практически не падает меньше 12 промиллей. При этом, отмечают экологи, такую воду лучше не пить и все же ограничить время, проведенное в море. Тем не менее, людям стоит, скажем так, не то что остерегаться, а в общем-то не активно купаться в это время. Вот. Потому что у людей есть разные, скажем, специфические аллергические реакции. В среднем на человека оно не должно повлиять, на среднестатистического человека. Ну, просто на всякий случай так поберечься. Терпеть, по словам экологов, осталось недолго. Благодаря восточному ветру поверхностные воды постепенно относят к центру моря, а к берегу поднимаются глубинные, холодные и чистые. Уже сейчас на пляжах вода лишь зеленоватого оттенка. Были позавчера, такая вода была зеленая, прямо аж и каша, прямо аж ужас, воняло. Мы с ребенком ушли. Ага. А сегодня? Сегодня еще будет нормально, можно купаться. Сколько лет я на пляже, но такое зеленое я не видел. Я еще заподозрил, может, какой-то там танкер перевернулся. Сегодня вода уже вообще как будто бы ничего и не было. Интересно, что сама нодулярия пенообразующая появилась в Одесской области всего 9 лет назад. Причиной ее массового распространения стали несколько факторов. Это и температурный режим, то есть высокая температура воды, это и соленостный режим, это и, собственно говоря, те биогенные вещества в большом количестве, которые в первую очередь и с речным стоком выносятся, ну а также с различными источниками тех же станций биологической очистки, которые здесь есть возле Одессы. Если не контролировать процесс развития нодулярии, отмечают экологи, ее распространение может привести к экологической катастрофе. Бороться с цианобактерией сложно, как и контролировать любые природные процессы, но несколько вариантов обезопасить себя есть. Здесь человек может только бороться с точки зрения очистки стоков, с точки зрения соблюдения водоохранных полос, то есть не распахивать по урез воды и малые реки, и лиманы и так далее, потому что это все способствует попаданию вот этих биогенных элементов. И соблюдение регламента использования минеральных удобрений. Это очень важно. Лилия Горопашная, Денис Рудь, телеканал «Репортер».